Здравствуйте, меня зовут Антон Казанцев. Я представляю проект «Энергобосс. Система реализации строительных проектов» в области инженерных сетей. На строительном рынке есть масса всеразличных проблем. Основные касаются того, что проекты не сдаются в срок и с превышением сметной стоимости. И мы выявили 10 причин превышения бюджета и сроков строительства. У нас есть три решения. Первое – это заготовительное производство. Второе – это устранение причинных рисков проекта и автоматизация проектных процессов. Более подробно заготовительное производство, если описать в двух словах, это готовые решения для инженерных систем. То есть инженерная система для вашего здания уже изготовлена и хранится на нашем складе. Это как такой конструктор. Вот. И заготовительное производство, у него есть 4 направления. Они представлены на экране. Второе – это методология, которая сводит к минимуму каждый причинный риск. Сейчас пока это в полуавтоматическом режиме выражено. И программное обеспечение, комплекс для реализации проектов. Рынок нового строительства – 4,2 триллиона рублей. Доступный объем рынка – 350 миллиардов рублей именно инженерии. Это касается реально достижимый объем рынка 70 миллиардов рублей. А наша бизнес-модель, источник заказов, отдел активных продаж, реклама и рекомендации клиентов. Стоимость привлечения заказа 157 тысяч рублей, средний чек 8 миллионов рублей, LTV 24 миллиона рублей. Чистая прибыль от 8 до 12%. У нас есть конкуренты, это бригады исполнителей, подрядчики, генподрядчики. Большинство конкурентов не может обеспечить сроки и качество выполнения работ за приемлемый бюджет. Наши конкурентные преимущества, их очень много. Я подготовил такой список длинный, вот, но не успею рассказать обо всех. Основные следующие. Это выгода заказчикам до 30% за счет оптимизации сметы по проекту, двухэтапный внутренний контроль качества работ, соблюдение сроков по проекту с гарантией до 95%. Текущая стадия компании – это выполнено крупных и некрупных проектов в порядка 95 объектов. Выручка за 2018 год – 55 миллионов рублей. Компания работает 7 лет, СРО, лицензия МЧС, зарегистрирована торговая марка «Энергобосс». В команде более 20 сотрудников, основные члены команды на экране. Предложение инвесторам. У нас необходимый объем инвестиций 19,5 миллионов рублей за долю 15% компании. Выплата дивидендов ежеквартально в размере от 20%, но это обсуждается. Инвестиции для масштабирования и для достижения выручки через 3 года 1,2 миллиарда рублей и для достижения через 5 лет годового оборота 7,1 миллиарда рублей. Спасибо большое вам всем. Спасибо тебе, Антон. Хорошая фраза. Спасибо вам всем.